Всем доброго утра и доброго воскресенья. Ну, сегодня у меня обыкновенная пицца. Вот я его разрезал колбаской, сыром, вот с кукурузой, со всеми делами. В общем, короче, помидорами. Вот так сделал и сверху с майонезом помазал и запек. Но дело не в этом. Вот. Сегодня я вам показываю вот семечки. Семечко абрикоса, дорогие мои, это витамин В17. Его даже еще называют природным, короче, химиотерапией природной, при лечении онкологических заболеваний. Вот. Она полностью убивает вот клетки, вот эти опухолевые. В общем, короче, я прочитал про это уже давно. И у нас на Востоке, вот, они пользуются очень так и популярностью, что старики наши даже наш советуют, что абрикосовые семечки обязательно надо... Они чуть-чуть горьковатые бывают, бывают сладкие, без разницы. Горьковатые – это токсичность, у них токсичность есть. Вот эта токсичность ихняя, вот. Как пишут обычно ученые, вот это, онкологи, они говорят, что она убивает, вот именно токсичность убивает вот опухолевые это самое. Поэтому для профилактики это всегда надо кушать, на столе у вас должно быть. Я про это вот хотел вот именно вам показать. Ну, на десерт у меня сегодня печенье такие шоколадные, внутри карамелькой, вот с карамелью. Рыбка такая вот, селедочка. Ну и кладезь витаминов для организма – это, конечно, фрукты. Фрукты должны быть, конечно, разнообразные, ассорти. Вот у меня тут и мандарины, и яблоки, и сливы, и банан, и гранаты, и хурма. В общем, все есть. Вот такой вот кладезь витаминов вы должны постоянно употреблять. Вот, и тогда вам никакие болезни не будут страшны. И всем я желаю прекрасного настроения, хорошего воскресенья, дорогие мои, берегите себя, питайтесь правильно, вот. Только от правильного питания, от правильного образа жизни зависит ваше дальнейшее, как говорится, благополучие. Вот, а вот эти семечки абрикосовые я вам рекомендую. Они очень полезные, очень полезные. Я их постоянно покупаю, и дешево. Вот. Я за килограмм отдал 25 лир. Целый пакет дали. Вот она мне хватает почти на месяц. Каждый день утром рано горсточку поели, попили водичкой или чаем. Потом можно завтракать. Вот. Ну, всех вам благ. Хорошего воскресенья, берегите себя. Пока-пока.